Итак, всем привет, народ! Начинаем проходить игру Resident Evil Revelation. Ну, в общем, скачалось у меня две части. И первая часть Revelation, и вторая часть. Будем одновременно проходить что первую, что вторую часть. Поэтому, ну, вторая часть, я так думаю, подольше будет. Поэтому будем... На канале будут ролики выкидываться и первой части, и второй части. Соответственно, в плейлисте там, если полное прохождение, сможете найти. Вот, итак, начинаем кампанию. А, новая игра. Легкость, сложность обычная, в общем. Также не играл, что в первую, что вторую часть. А вторую часть начал проходить, тоже видосики будут на канале. Но вторая часть, скажу, поинтереснее, мне кажется, чем первая. Ну да ладно, посмотрим. Я все-таки думаю в первую часть углубиться, чтобы побыстрее ее пройти и начать уж до проходить вторую часть. Так, мы тут плывем на корабль, получается. На корабле нас ждет пиздец. The Queen Zenobia. This thing is lucky to be afloat. Take us around. Let's find a boarding point. It's been 94 minutes since Chris and Jessica dropped off the radar. But the interpolation from their last known coordinates puts them right here on this ship. Итак, начинаем. Так, найдите Криса. Ну все по стандарту управления. Так. Четко, даже, ну, ножик, и с каждой части не меняется управление Resident Evil. Так. Сюда. Что-то тут произошло. Хоба! Одного увидели. Я думаю, мы здесь не одни. Ясен пень, не одни, конечно, если там перед глазами кто-то пропрыгнул. Так, давайте осмотреться. И здесь из канала течет кровь. Понятно. Куда идти? А, нет электричества, значит, нет и лифта. Так, понятно. Пошли, Крис, туда. Кто-то тут лазит. Так, хоп. Мыши. Power still works here. Здесь еще работает электричество, это нормально. Блять, в лифте нет электричества, здесь заебись. Так, я не понял, отсюда мы, да, пришли-то или нет? П
Патроны. Так, карта показывается. Это нормально. Jill, take a look at this. Parker, give me a hand here. Подсоби. Конечно, нет проблем. Что-то нашли. Now what? Give me a sec. So it's not Chris. Это не Крис. Так, за нами кто-то сзади. Пиздец. Нормально. Завалили. This explains our missing crew. Теперь ясно, почему пропали наши ребята. Нехорошо. Где же ты, Крис? Крис жив, по-любому с ним все нормально, с ним, блядь, в шестой части есть. Resident Evil Revelation, первая часть. Эпизод 1. Пучину. Да, я думаю, надо побыстрее пройти эту первую часть, начать вторую. Второй, точнее, эпизод Revelation 2. Поинтереснее немного будет. Вот, и потом начать God of War. От сохранения данных. Давай, давай быстрее уж. This sunny and idyllic Mediterranean coast was the site of one of the world's greatest sculptures. It took a full 11 years to finish constructing the world's first aquapolis, the floating city of Terra Grigia. A sustainable metropolis operating on a massive solar energy matrix and equipped with the latest green technologies. Never... Бесполезная хуйта. Так, руководство к сканеру Genesis. Так, руководство, все прочитали. Осмотрите труп. Любуйтесь на это безобразие. Они... Так, осмотреть. Какая-то бледная, никогда не видел ничего подобного. С помощью Genesis сними показания. L1. Так, и R2. Хоп, анализ завершен. Requires a decent sample size to get an accurate reading. Scan the carcasses on the beach and send me your data. Так, на берегу сканируй. Хоп. I'm getting something from inside. Все нормально пока. Возьмем патроны. Еще что-нибудь может быть здесь есть. Патроны. Патроны здесь нужны. Аптечку вижу.
Блять, еще живо. Так, то с этим справились. Главное отвечку взять. So why'd you quit the FBC for this outfit? I wanted to be more involved. I wanted to fight. I see you're the investigation, but proceed with extreme caution. Another version. Получен приз исследователей. Как мило, блять. Так, на этой ящике. Так, ничего интересного. Ладно, что? Careful now. Don't worry. Теперь осторожно, не волнуйся, мне это не впервой. I've got something. Тут что-то есть. Что это? Если мы имеем дело с искусственной мутацией, возможно, это связуемая вещь. Отправлю образцы на анализ. Продолжай исследование. Хорошо. Что тут, нехер ловить? Пойдем дальше. Пойдем внутрь шахты, или что это такое тут? Если еще и тебя жевать будут, блядь. That smell must have ruptured from gas. Christ, what a mess. Главное, патроны. По управлению вспомогательным оружием R1. Блять, кинул, ёбаный в рот. Хотелось попробовать. Так, прошлогодняя газета. Так, отсканируем, да? Анализ завершён. Так, куда дальше-то? По карте можно прям... Хуй там. Complete analysis. Gather some more samples from the carcasses on the beach. Так, мне надо, короче, вот этих вот хуёв собрать. Так, на берегу что у нас тут? А вот опять гранатка. Ладно, не будем её кидать, потом кинем. Так, а чё, вроде все собрал, нет? Не особо понимаю, вроде все есть. Анализ завершён. Анализ завершён. Если уровень анализа достиг, то вы получаете предмет для лечения. Такой метод... Why the hell don't these things stay dead? More of them? Hurry up and neutralize it. Mm-hmm.
просто все четко. All in a day's work for you two, eh? All right, enough chit-chat. Get that sample data to me. Так, встретимся с О'Брайеном. Встретимся. There you are. Nice work. Ну вот, хорошая работа. На трупах видны признаки вирусной инфекции. Как-то подозрительно легко они миновали блокировку ФСБ, но мы думали... Короче, читайте, пацаны. Huh? It's the emergency line. Это экстренная линия. Yeah, it's me. Да, это я. Ага. What? Чё? Yes, that's fine. Да, хорошо, займусь. We'll have to speed things up. Нужно действовать быстрее. Starting now. Начинаем. Ага. Good. Ага. Get to ага, it. Ага, ага. Jill, Parker. Джилл, Паркер, передаю дело вам. Что случилось? Мы потеряли связь с Крисом и Джессикой. Когда? Как? Мы не знаем. Последние координаты на ваших терминалах. Сигнал пропал над океаном. Я думал, они находятся в горах. Судя по их положению, они сейчас на корабле. I'll go back to HQ. Take charge of the search. Я возвращаюсь в штаб, выгоните, короче, yes, поиск. Да, сэр, все понятно, все, мы побежали. Так, что, все, что ли, блядь, прошли? Первый эпизод. Так. Ну все, ребят, королева Зенобия. На этом закончим. Продолжим. Следующая серия очень скоро. Ждите, будет. Напомню, будет выходить и первая часть Revelation, и второе прохождение. Сразу две части будем ебашить, короче. Мы профи, мы ебашим по две части. В общем, все, ребят, удачи. До завтра.